Те, кто уезжает из нашего села, и те, кто возвращается потом в родные места, уходят и приходят по этой дороге. Она никого не ждет. Тот, кого она ждала, ее сын Алеша, не вернулся с войны. Он похоронен далеко от родной земли, у деревни с нерусским названием. Ранними веснами чужие люди приносят на его могилу цветы. Они называют его русским солдатом, героем-освободителем. А для нее он был просто сын. Мальчик, о котором она знала все от самого рождения до того дня, когда он уходил по этой дороге на фронт. Он был нашим другом. И мы расскажем о нем историю, о которой не все знает даже она, его мать. Вы, Гурила! Орел! Орел! Вижу танки! Вижу танки! Орел! Орел! Ну что же вы? Орел! Я зяблик! Я зяблик! Орел! Я зяблик! Отвечайте! Да, я зяблик! Вижу танки! 4 штуки! Идут прямо на меня. Пехоты нету. Точно. Есть отходить.
Скворцову к генералу. Скворцов, генералу! Скворцов, генералу! Вот он, товарищ генерал. Товарищ генерал, боец Скворцов по вашему приказанию прибыл. Ну, герой, иди сюда. Рассказывай, как у тебя там все получилось. Ты ведь на наблюдательном пункте был. Да. Ну, так как же? Я, товарищ генерал, честно скажу, струсил. Уж очень они близко подошли, но и испугался. Так это ты с испугу два танка подбил. Значит, с испугу. Видал? Все бы так пугались. Постой. А может, это не ты их подбил, а кто-то другой? Я. Молодец. Представляю тебя к награде. Внесите Скворцову в список. Слушаюсь, товарищ генерал. Прошу обратить внимание. Товарищ генерал, а нельзя мне вместо награды на денек к матери съездить? Сколько тебе лет? 19. Я когда на фронт уходил, с матерью не простился. А тут через дом письмо пришло, крыша прохудилась. Отпустите, товарищ генерал. Дома побывать не худо, но нельзя нам Скворцов фронт оставлять. Война. А мы с тобой, солдаты. С фронта я бы не просился. А поскольку все равно на отдых отходим, мне бы один денек, товарищ генерал. Я бы крышу починил и сразу назад. А что? Давайте отпустим Скворцова. Пусть крышу починит. Только смотри, вернуться в срок. Да я, товарищ генерал, да я в лепешку расшибусь. Ну, иди, вот так скажете, так и... Садись сюда. Ох, повезло тебе, Скворцов. Ты куда едешь? Я Георгиевский, село Сосновка.
За сутки буду там. Ой, нет, братец ты мой. По нынешним временам тебе суток не хватит. Вот что. Даю тебе 2 суток туда, 2 обратно. Ну и 2 суток на крышу. Доволен? Кто ваш генерал? Разрешите идти? Иди. Вот смотри, вернуться в срок. Слушаюсь, товарищ генерал. Георгиевска? Да. Так я со Зловой, земляки мы с тобой, друг. Зайди по этому адресу. Время в обрез, не могу. Да у тебя же у Зловой пересадка. Улица Чехова недалеко от станции. Зайди, браток. Ну, зайду. А что передать-то? Передай, что видел меня. Лизе, жене, скажи, мол, жив твой Сережка-то? Живой? Сам, мол, видел. Ты его назовете, скажи, что он одей, словно поет какой. День и ночь мечтает. Что из того, Серег? Ты бы подарок подарил какой-нибудь. А что им подарить? У него же все казенное. Кончай разговоры. О, старшина, дай кусок мыла. Сергею, пусть жене отправит, а? Его осьмушка положена один раз помыться. А ты дай кусок. Да у меня всего 2 куска на всю команду. Ну ты дай один. Не положено. Товарищ старшина. Ты не жениста, старшина. Ну дай ему один кусок. Жене. Открывай. Обрадуется. Мыло теперь деликатес. Дефицит, темнота. Ну, дефицит, все одно ж бабе приятно. Это точно. А ну, давай второй кусок. Правильно Кацел говорит, старшина. Да что вы? Давай, старшина. Товарищ старшина. Да что мне больше всех нужно? Бырь. Закрывай. Улица Чехова, 7! Найду! Давай помогу. Куда едете-то? Алиса. И я. Там у меня пересадка. Домой? Да, отвоевался. И я домой. В отпуск. Тоже счастье выпало, а?
Значит, договорись о попутчике. Спасибо, браток. Спасибо. Чего там? Я у Гориса и вам помогу. Да нет, меня там встретите. Жена? Жена. Ты вот что. Постой, с чемоданом я сейчас телеграмму отправлю. Угу. Делаете-то? Пришел поезд, идет посадка, а вы... Что тебе? Ну как чего, ехать надо, я же там с вашим чемоданом. Ну, езжай, езжай сам. Что с вами? Ну что тебе нужно? Что ты ко мне привязался? Давай катись отсюда! Катись. Я там с его чемоданом. Ну, хорошо, я пойду. Ну подожди, не сердись, браток. Тяжело мне. Вот жене написал. Не приеду я к ней. Почему? Так надо. У нас с ней до войны не все ладилось. Ревновал я ее. А теперь молчи. Не... Я сам не хочу. Сам. Понял? Она красивая, молодая. Найдет свое счастье. А? Я не знаю. А. Идет. А вы? Что? Куда же вы теперь? Россия большая. Это подло. Подло, подло так думать. Вас ждут, мучаются, а вы? Вы все врете, это подло, подло, подло! Закурим. Разрешить бумажки. Пожалуйста, подкинь дружок, а? Ты закурить, а? Тоненькая. Убей врага, прочти и передай товарищу. Ну, красавица. Ну, а как? Ну, а как там у вас на фронте насчет махорочки? На фронте-то? Найдется. Найдется. Ну, герой. Это так получается, как один солдат у хозяйки воду просил. И тетя говорит, дайте напиться, а то так есть хочется, что переночевать негде. Точно. Это по твоему методу получается. Хорошая женщина. Забыть невозможно. А зачем забывать? Кончится война, поезжай, дожились. Дурак, у нее же муж. Тоже рябой. Нет, гладкой. Чего ж она гладкого
на тебя Рябова променял. А я почем знаю? Может, у него какой другой дефект? Да ёпта. А ты что, товарищ провожаешь? Не, я сам по себе. В командировку? Нет. Часть? Тоже нет. А куда же? Домой. Домой? Да, мой пушку. Вот дает, да? Ну давай, давай, крой дальше. Да не, я правду говорю, я два танка подбил. Ну, два. Да вы не смотрите, что я связист. Как связист? Ну, связистов бывает, конечно. Это чем же ты их подбил-то, а? Как чем? Телефонной трубкой, там же два ствола. А чего? А чего? Вы знаете, как у них, у связистов? Вот идет по фронту, идет танк. Раз одного. Раз другого. И всю. Да нет, я серьезно говорю, когда меня к себе генерал вызвал, блин, солдат, да, что... брось заливать. Соплив ты еще с генералом разговаривал. Соплив! Ну, дай сюда. Ты что? Да я вам сейчас докажу. Ты что? Что, что? Гляди. Похоже. Вот это дал, прямой наводкой. Что ж ты, парень, такую газету-то испортил? Так у меня еще такая есть. Ты не думай, сынок, не думай, все обойдется. Не могу. Вот у меня дочь, только что вышла замуж, а уже вдова. Спасибо. Да, я сейчас. Теперь мы вместе. Я так торопилась. Автобусы не ходят. Это так.
Петрушка, я ведь теперь на заводе. Очень тяжелая сталь пошла. Ну так что, гражданка, машину брать будете? Да-да, сейчас. Вася, это шофер. Где твои вещи? А вот. Не беспокойся, я понесу. А где же мальчишка? Какой? Ну, мальчишка-фронтовичок. Меня провожал герой. Два танка подбил. Гражданочка, поторопись, а то я опаздываю. Ах, ты жаль. Ушел. Здорово, друг. Здорово. Сейчас отправляемся? Точно. На Георгиевск? Точно. Слушай, друг. Не разрешит. Кто не разрешит? Лейтенант. Да ты понимаешь, в чем дело? Все понимаю, не положено стратегический груз. Сено, стратегический груз? Вопрос, кому сено? Лошадям, кому же еще? Вопрос, каким лошадям? Ну ладно, пусть твое сено стратегическое. Ты пойми только, что я с фронта еду, понимаешь? В отпуск. Полсуток уже пропало. А мне всего их только двое. Я все понимаю, лейтенант не поймет. Ты что же он тогда за человек? Он зверь, ясно? Слушай, черт с ним, с этим лейтенантом-то, а? Я залезу в вагон, а он и знать ничего не будет. Вот. А хоть мне из тебя под трибунал идти. Чего же под трибунал-то? Подождешь вагон, вот трибуна. Так зачем мне его поджигать? Мало ли. Он у тебя в мешке что? Может, у тебя огнеопасные предметы? Да это тушенка, гляди. Тушенка? О. Что же, выходит, ты часовому взятку предлагаешь? А ну дай сюда! Ну что ты? Я ж пошутил. Что, шуток не понимаешь? Хе. О. Хм. Ну, в общем, уговор. Залез в вагон, умер. Ясно? Ясно. Thank you.
что, ненормальный, что? А вот подойди, тогда узнаешь. Нужна ты мне. А ну, уйди от двери. Ну, уйдите, говорят. Не уйду. Мама! Ты чего? А ты чего? Вот чего ты орешь? Тебя что, режут? А ты не подходи. А ты уйди от двери. Не уйду. Мама! Точно, ненормальная. Ты, черт с тобой. Ломай себе голову, прыгай! Ну давай, давай, ну! Очень нужно. Сейчас будет станция. Дверь, я сойду. А ну откатись от военного эшелона! Поймаю, всех в трибунал сдам! И, гражданочка, тебе говорят! Поймаю, сейчас расстреляю! Ты зря. Это все ты во всем виноват. Из-за тебя я вещи выбросила. Да ты бы разбилась. Ну, а тебе какое дело? Что ты ко мне привязал? Я привязался. Сама в вагон влезла, я привязался. Да, что же ты от меня в солому прятал? Да от тебя, что ли? От кого? От лейтенанта. От какого лейтенанта? От начальника эшелона. Знаешь, какой лейтенант? Зверь. Я ведь тоже как ты зайцем еду. А поймают, садят, придется пассажирского ждать. Еще влететь может. Я еще больше, чем ты, испугался. Думал, что ты лейтенант. Страху натерпелся, плюху заработал. Ты еще не виноват во всем. У меня ведь там в узелке все, и вещи, и хлеб, и юбка. Все-все. Да ничего. Вот вернешь и найдешь свой узелок. Вы так думаете? Конечно, а куда ему деться-то? Наверное, лежит сейчас на мостике и вас дожидается. И что же он все едет и едет? Вы сходите только поскорее, чтобы никто не заметил. Ой, а если там узелка нет, что же я делать-то буду? Да. Знаете что? А вы не слезайте. Еда у меня есть, поезд идет хорошо. И вагон, как говорится, мягкий. Нет, я лучше сойду. Ну
Может, останетесь? Да. Кушать хотите? Кушать? Да. Нет, спасибо, я сыта. Если хотите, то пожалуйста. Нет. Вы только не стесняйтесь. Смотрите, какое сало. Сало? Да, попробуйте. Ну, разве что попробовать. Мне маленький кусочек. Нравится? Угу. Сухой паёк. Угу. А еще я очень вафли люблю. Ну, такие, трубочкой. Помните, до войны продавали? А я до войны в деревне жил. А я в городе. У вас? Нет. Гаврилкин знает. Позовите Гаврилкина. Гаврилкин! Президент у тебя! Вы меня, пожалуйста, извините. Так глупо все получилось. Так я тоже виноват. Испугал вас. Знаете что? Что? Давайте познакомимся. Давайте. Меня Жура. Очень приятно. Очень приятно. Вы куда едете? Я с фронта еду домой. А вы? Да поскорее, а я... Гаврилкин! Сейчас, товарищ лейтенант. Что за дело? Здесь он, товарищ лейтенант. Чего вы там водитесь? Иду, товарищ лейтенант. Испугалась, Шура? Нет. Ты трусиха. Нет. Шура, а ты к кому едешь? Я?
Я в Купинск еду. Я к жениху. Он летчик, он в госпитале лежит. Его очень тяжело ранили. Ну, честное слово. Я сейчас сойду. Почему? Ты чего, обиделась? А чего? Просто так. Ты думаешь, я тебя к жениху не довезу? Ничего я не думаю. Пойду воды принесу. Сводку слыхал? Привет, подлюга. Ожесточенные бои за Новороссийск. А вот сдам тебя в военный трибунал, тогда узнаешь, как в секретные эшелоны проникать. Следуй за мной! Следуй тебе, говорю! Не пойду! А ну, брось! А, явился, голубчик. Это что ж получается? Мы с тобой по-честному договорились, а ты здесь гражданских лиц проводишь? Так какая разница, один человек или два? Значит, разница. А ну, гражданочка! Никуда она не пойдет, ясно? И вообще, катись отсюда. Что? Это кто же здесь старший? И шо строился? Сена, девочка! Что? Замолчи! Ты думаешь, я не видел? Все видел. Что ты видел? Как вы здесь в сене кувыркались. Хорошо. Нападение на часового во время несения караульной службы? Знаешь, что за это бывает? Ну и дерьмо же ты. Это с какой точки смотреть? С твоей, может, и дерьмо, а с моей мне цены нету. А ну катите все бы к чертовой матери из эшелона. Не подчинитесь, стрелять буду. Панику подыму, имею полное право. Если стреляй, как страшно. Ты еще лейтенант не видел, оттого ты такой храбрый. Погоди, я сейчас устрою. Ну хватит. Погорячились и довольны. Давай поговорим по-хорошему. Мне с тобой говорить не о чем. А ну убирайся с вагона со своей. Ну? Даю два выстрела вверх, а потом... Ну, разложились здесь, тушенку жрете. Ну хочешь, я тебе еще банку тушенки дам? Ну две. Оскорбление личности тушенкой замазать хочешь? Ну хочешь, я извинюсь перед тобой. Ладно. Давай тушенку. Это еще что же за? Вот, товарищ лейтенант, самовольно проникли в вагон. Принимай решительные меры. Кто такие? Боец Скворцов. Нахожусь в отпуску. А куда вы направляетесь, а? До Георгиевска, товарищ лейтенант. Вот мои документы. У меня всего только двое суток. Я и так опаздываю. Герой. А девушка с вами? Да. Нет. Товарищ лейтенант, у нее вещи пропали, а там и деньги, и хлеб, так что приходится мне... Да. Ну, ладно, ладно, не ври. Да нет, ну... Только, ребята, сядем, поосторожнее. Хорошо. Это такое? А это, товарищ лейтенант, вроде как тушенка. У кого взяли?
Мы их немедленно верните. Да, ну, товарищ лейтенант, добровольно. Добровольно? Двое суток арестом. За что? 5 суток! Да ведь я же... Повторите приказание! Есть 5 суток. Позор! Ну вот, я же говорил. Зви. Теперь можно. Теперь нам никакой зверь не страшен. Зверь. А все-таки как приятно, Алеша, когда думаешь о человеке плохо, а он оказывается хорошим. Да, лейтенант хороший человек. Очень. Алёш, а вы верите в дружбу? Конечно, верю. На фронте без этого пропадешь. Нет, это я знаю. А вот между парнем и девушкой. А почему же? Бывают девушки даже лучше ребят. Я тоже так думаю. А вот некоторые считают, что возможен только любовь. Ерунда. Я, например, дружил с одной девчонкой. Дружили, никакой любви не думали. Может, не замечаешь, а сам любишь? Ее-то? Ну, нет. А может, она? Да она девчонка совсем. Соседка наша, Зойка. Да нет, любовь — это другое. Алеша? А вам бы хотелось встретить друга, настоящего, чтобы на всю жизнь? И мне. Вот вы думаете, зачем я еду? Вы думаете, что я... Ты правильно делаешь, что к нему едешь. Ты молодец. Да нет, Алеша, это все не так. Да молодец, молодец. Не то, что какая-нибудь там вертихвостка. Нет, Алеша, ничего вы не знаете. Знаете что, Алеша? Что? Пить очень хочется, правда? Да. Постоим, папаша! Постоим. В течение 27 июля наши войска вели бои в районе Воронежа, а также в районе Цимлянское. После упорных боев наши войска оставили города Новочеркасск и Ростов. На других участках фронта существенных изменений не произошло. За истекшую неделю с 19 по 25 июля включительно в воздушных боях на аэродромах и огнем зенитной артиллерии.
До узловой довезете? От эшелона отстал. Сводку слыхал? Да. Черт возьми. Фух, вторые сутки не сплю. Что ты будешь делать? На-ка, крутани! Машина-то мне ровесница. Сын у меня на фронте. Полевая почта 139. Не слыхал? Нет. Горюй, паренек, догоним. Назад, товарищ боец! Ну я с этого эшелона! Обознался, брат. Куда едешь? На Георгиевск. Этот эшелон часа полтора как ушел. Шурка, какая ты умница! Ты ведь из-за меня так сказал. Глупая, я думал, что больше не увижу тебя. А я ждала. Так пить хочется. А ты еще не пила? Нет, я боялась тебя пропустить. Шурка ты моя. Ну, пойдем. Скоро ты будешь дома. И ты. Да ты не волнуйся, Шура. Он поправится.
Алеша, я никогда не видала такого парня, как вы. Алеша, а этот платок, он кому? Матери подарок. Правда? И мыло тоже? Какое мыло? Ну вот в мешке. Пошли. Куда? Его отнести надо. Мыло? Да. Я обещал, понимаешь? Хорошо, что ты напомнила. Ты тут совсем недалеко. Улица Чехова. Нет, я его совсем не знаю. Случайно встретились. Он с товарищами на фронт шел. Улица Чехова. Как близко? Бабушка, скажите, где 7-й номер? А вот он. А вы к кому? Нам Павловых. Живы. Живы, живы. Вы к Елизавете Петровне или к старику? Нам Елизавета Петровна. Да, Елизавета Петровна. Елизавета Петровна сейчас живет на Семеновской, а старик в институте. Там разбомбленных поместили. Куда ближе? На Семеновскую. А вот Митя вас проводит. Митя! Бабушка, Митя. Бабушка, гляди, чего я нашел. Хорошо. Митенька, проводи товарища к Елизавете Петровне. Ну, Митенька, товарищ с фронта. Он же на поезд опаздывает. Пойдем. Ну, пошли. Пошли. Не трогай мои пузыри. Павлова, здесь живут. Елизавета Петровна. Вон квартира. Стучать надо, звонок не работает. Нам Елизавету Петровну. Пожалуйста. Это я. А вы, вероятно... Я с фронта. Вам посылку привез. А это, вероятно, от Павлова? Да. Заходите, пожалуйста. Извините, одну минуточку. Я сейчас. Там приехали с фронта. От Павлова привезли посылку. Что делать? Скажи то, что есть. Я не могу этого сделать. В чем дело? По крайней мере, он будет знать правду. Я умоляю тебя. Ну, хорошо. Вы извините меня, пожалуйста. Это так неожиданно. Так вы с фронта? С фронта. Я от вашего мужа. Он просил передать вам вот это. Что это? Мыло. Ах, мыло. Спасибо. Может быть, чайку? Нет, мы пойдем. Ну, почему же? Времени нет.
Скажите, как он там? Павлов-то? Ничего, здоров. Беспокоился о вас. Спасибо. Не говорите ему о том, что видели. А впрочем, лучше правда. Не смотрите на меня так. Вы еще очень молоды. Вы к кому? А мы к Павлову. Василию Егорычу. Так это что? Это ко мне, от Сережи. Что с ним? Вы не волнуйтесь, все хорошо. Я от вашего сына. Вот, он прислал вам посылочку. Что? Мыло! Он жив? Конечно, жив. Жив. Значит... жив. Спасибо. А это от него, значит, подарок. Дедушка, вы ложитесь, вам же нельзя. Он не ранен? Да нет, совершенно здоров. Да что же это я? Вы садитесь, пожалуйста. Ну-ка, дайте табуретки им кто-нибудь, дайте. Дайте, вот, садитесь. Рассказывайте. Как он там? А? Ну, воюет он, в общем, хорошо. Даже, можно сказать, отлично. Да. Товарищи его уважают за смелость. Он смелый человек. А командир прям так и говорит. Вот берите пример с Павлова. И боец стойкий, и товарища не выдаст. У нас все в полку его любят. Да-да. Его и мальчишкой все любили. Ну, нам пора. Чайку, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Большое спасибо. Нам некогда. Мы пойдем. Вы извините, ему очень-очень нужно ехать. Понимаю, дело военное. Передайте Сереже, что я доволен им. Живем мы хорошо. Ну, а об этом не говорить, это все временно. Пусть он будет спокоен. Скажите еще вот что. Что Лиза, жена его, работает, шлет привет, ждет. Скажу. Давай. А вы куда? Как он военный? Да она со мной. Жена, что ли? Да. Нет. Договоритесь сперва, потом тащи. Гражданка, нельзя. Как он военный? Ну нельзя, солдат. Эх ты. Трудно было тебе сказать, да? Алеша, милый, езжай один. Ты и так из-за меня уже полдня потерял. Ну что, я одна не доеду, здесь же близко. Езжай, слышишь? Езжай, Алёша. Одевай. Зачем? Ну, одевайте, говорят, ну!
Держи. Не задерживай! Что? Да, не задерживай, говорю! Пролезай, что? Давай, давай! Не задерживай! Ну что же ты? На шинель наступил! Вообще никого-никого. Я к тетке еду. Только вы не сердитесь. Я глупая, правда. Ну зачем ты? Я боялась тебя. А теперь? Поезд! Алеш, скорей! Скорей, Алеш, скорей! Адрес, Шура, пиши! Село Сосновка! Село Сосновка! Шура! Не слышу! Не слышу!
Алеша, когда я сказала вам, что у меня никого нет, я ведь призналась, что люблю вас. Почему вы мне ничего не сказали? Вы не любите меня. Подожди, Шура. Шура, подожди, я тебе сейчас все скажу. Ну-ка, разрешите. Пустите. Товарищ, далеко едете? В Сосновку. Здесь совсем близко. Вот сейчас будет мост, а там километров 10. А мы с Украины. Летим, как птицы осени. Сами не знаем, куда. Пустые слова. На Урал мы едем. Там наш завод, сыны наши. Неначе гром. Додому, значит? Да. Надолго. Было время, а теперь только ночь. На рассвете кончается мой отпуск. Ох, эх. Цілу ніч в рідному домі – то велике щастя. А у вас девушка є? Есть. Только она не в Сосновке. Терял я. Oh!
А ну, солдат, посторонись. Проходи, не мешай. Без дел. Товарищи, я уже говорил, сейчас повезем только раненых, пострадавших женщин и детей. Все остальные останутся здесь и будут ждать возвращения эшелона. Он возвратится ровно через 2 часа. А да, бабушка, он через 2 часа будет здесь. 2 часа. Очумел, дурила, жизнь надоела. Друг, подбрось с Сосновки. Не могу. Это всего 9 километров в сторону. Ну, сказал, не могу. Это понимаешь, я с фронта к матери, только обниму и сразу назад. А мне на губу за тебя? Слазь! Ну и черт с тобой, шкура. Это же Катеринин Алёшка! Ой, он! А Катерина-то в поле! Да беги же за ней скорее! Зойка, да тебя не узнать. А мать моя где, не знаешь? Она в поле. Да вы присядьте, пожалуйста, отдохните. Чайку попейте, а тетя Катя придет. Да что ты, мне же сейчас ехать надо, меня машина ждет. Как сейчас? Ну сейчас, сию минуту. А как же тетя Катя? Нет ее. Поехали в поле. Да ты что, меня ж посадят. Да мы назад не будем возвращаться. Да она совсем недалеко. 7 бед, 1 ответ. Поехали.
Приехал, сыночек. Порадовал мать, а я-то ждала, все думала, гадала. Как вы живете, мама? Да как живу, как все живут. Войну переживаю, работа тяжелая, мужиков нет. Все бабы. Алёша! Все бабы. Алёша! Как там насчет Костова? Алёша! Алёша! Не знаю. И мама, да не помещала! Вы пристали к человеку, с дороги он. Пойдем. Алёша! Поешь, отдохнешь, пойдем. Да вы погодите, мама, не надо. Я тороплюсь. Куда торопишься? Дальше ехать. Я ведь проездом. Только на одну минутку. Как же, сыночек? Не пойму я. Я должен ехать. Сейчас. Давайте лучше поговорим. Крышу хотел починить. Вырос-то как. Худал. Это с дороги. А вы, мама, не болеете? Да некогда нынче болеть-то. Бреешься уж. Куришь. Мне пора. Не пущу! Алёша! 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 Простите, мама. За что, Алёша? Простите, мама. Ну что ты, Алёша? Ты не думай, я все выдержу. Все перенесу, от тебя дождусь. Отца не дождалась, от тебя дождусь. Алёша! Алёша! Ивана, ты не встречал, Алёша, на фронте? Алёша! Как там насчет конца войны, если хотя? Насчет конца войны, как Алёша? Вот и все, что мы хотели рассказать о нашем друге, Алёше Скворцове. Он мог бы стать замечательным гражданином. Он мог бы строить или украшать земли садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом.